Он хороший, маленький. Thank you.
лишился со мной. Шаги напольные, словно сахар, высились над молоком тумана. Было ясно, что зарезвый тибетский знахарь не излечит от самообмана. Розовые мягкие ладошки с розовыми ручками пальцев. И еще в глазах в картине ночи, как у кошки, у тебя есть лута и не пальцев. И кончалась, когда дорога у бамбукового огня. Я приветствовал в тебе Бога, понимающего меня. Я приветствую в тебе Бога, обнимающего меня. Слушать дряни себе вообще неприятно. Особенно если дятел почти семья. Не стучи в деревяшку, милый. Деревяшка, она живая. Сам себе настучал в могилу. И глубокая, глянь какая. Бумеранги летают долго.
Но, как показывает практика, они долетают. Знала цену Герда осколком? Но она хотя бы была сестрой Кукая. Угу. А тут, прости господи, хрен с горы. Клоун высшего эшелона. Дождалась я золотой поры человека из Паралона. Паралоновый дятел сильно? Неожиданно, во всяком случае, да? И неприятно. Так вот, я-то думала, ветер ванильный. Нет. Он, пардон, оказался фекальным, фекальным. Со сном
Да что с тобой? Целый день звонили и пишет, она трясет гривою. И как будто меня
Берите, трогайте. Лучше получить один раз
по щеке. Это все равно так, тактильное тоже ощущение. Уважаемые зрители, которые, скорее всего, меня знают и ходят всегда с одной из самых интересных мест в Москве. Это точно. Здесь я только на ипадую, то я хочу сказать, что поскольку я воцерковленная православная христианка, я должна это сказать. Это был не поп. Это, во-первых, осужденный два раза человек, во-вторых, у него 15 приводов в Хащенко. Он ряженый. То есть он оделся и таким образом выпрашивали деньги. Поэтому, а многие люди думают, что это священники у нас такие. У нас таких священников нету. Вот, все, закрыли эту тему. Задушу собственными руками. Итак, а что я знаю? Все хорошо. Ну, в общем, давайте дальше продолжать концерт. Ну, потому что он попросил поцелуй, я не дала. Потому что я буду долго объяснять человеку, что того, кого я целовала, вообще я... Это мой друг, один очень близкий друг, поэтому хочу целую. А других людей 20 раз пришел на концерт, все. Вы видите, да, Софья Дмитриевна, я всегда краснела. Слушайте, как прекрасно, 40 лет я краснею. Совесть. Хотели меня смотреть. Значит так, я сегодня за ночь сотню раз вздохнула, Лера. И с утра вот я теперь буду молчать. Я целилась, я стреляла. Я промахнулась. Но я голова. Знаете, мне давно уже за все отвечать. Я только одного не могу понять. Почему у нас все так сильно обесцветилось в этом мире? Почти так же, как и обесценилось. Не у всех. Я прям как в каком-то чехословацком тире. Я его очень не люблю, честно. Но я там была, я там отметилась. Что я на варнау сейчас. Уступлю-ка я дорогу хаму, чтобы в спину ему улыбаться. И включу я в себе программу такую, хоть и нехотя, но улыбаться. Но если тот, кто меня используя, свято верит, что я это не вижу, он блаженный. Он в это верует. Ну что, я блаженного не вижу. Я как бы тихонько сыграю музыку и сама себе напою. А то я почти позабыла, знаете, что я себя тоже люблю. Ты мой.
чистую призму. Идеально вдруг сложилась спичи кругу. Пеньки, пеньку, эти громадных струк. Построить на жаркой основе все то, что казалось бы проще простого. Я буду никак вспоминать это словно как сон, с которого трудно сбежать. Слишком долго быть.
спиной стоят братья и отец. Своя, желательно даже из своего сада. И когда не на кафе. Ну, туда не с кафе. Когда просто бразильский. И когда говорить даже не надо. Когда дураку понятно, что разговаривать и оправдываться. Это не делать. Утро, завтрак. Ой, так вот, лично мне неприятно. И мне ничего не поделать. Да, потому что оказались дерьмом на проверку надежды и все идеалы. И я извиняюсь, но мне не хочется Верки. Верка выспалась. Да, и... отказала. Полночи не добегу, останусь к шести.
Thank you.
очень важно, что будет с нами. Небо, небо, небо. И перевернем страны небо. Я всем сказала, да, здравствуй, Питер. Я не смогу теперь без тебя, без тебя, без. Здравствуй, здравствуй, Питер, Питер, холодная вода. Здравствуй, здравствуй, Питер, Питер. И я сказала, да. Что я совсем без мозга, ну забери мне бумажку.
Здесь, да, немножко мозгов, да. А знаете, какая это песня? Это самая сложная песня, это текст сложной песни. Это мужская, золотская, блатная песня. Я не умею наизусть такие песни, там очень сложный текст. А сейчас смотрите. Там есть сложные моменты. Господа из влиятельных лагерных урок, за размах уважали меня. Это не знаю. Вы не понимающие люди. Либо в размах. Вот. Ну ладно, да. Я все к чему все это говорю? Потому что... Микрофон выше. Микрофон выше, хорошо. Главное, чтобы нос выше я, да? Не задирала. Хорошо, извините, пожалуйста. Все, так слышно, нормально? Ну, слава Богу, все. Так вот, дело в том, что я очень хочу здесь исполнить. Я в этом году была, когда в Крокусе, я пела песни. Почему я должна делать исключение? Тем более, я очень хочу, чтобы вы услышали. Есть наверняка люди, которые может... А есть люди вообще, которые пришли первый раз? Ну, курю будет обязательно. Шампунь обязательно. И я еле бываю на них. Конечно, я худею в 20 раз, 15 килограмм, чем в телевизоре. Люди вообще, когда приходят, особенно те, где в Сибири, люди добрые, простые, не южане. Южане там другая история. Они добрые, простые. Я по крови южанка, это видно, но по поведению и по менталитету я северянка. Абсолютная северянка. Северная женщина. Ну, в общем, удачное сочетание, да, получилось. Маме с папой спасибо. Сочетались. Вот, я в том смысле, что сидишь где-нибудь в Сибири, и люди говорят, ой, ну худенькая какая, ты не такая старая, как в телевизоре. Девочка, дай тебе здоровье, чтоб ты только кушай больше. Что... То есть, ну так оно и есть, пишешь. Ой, что ты такая-то? Видите, у русского человека, исконно русского человека, худой, значит, больной. Раньше, помните, это чаепытие в мытищах картина? Раньше что, говорю, у меня бабушка еще говорила, бабушка с Кавказа, она говорит, если женщина в теле, муж любит, муж кормит. А мой муж очень худой, а я нет. У меня, кстати, первый такой был. Я все съедала из-за себя, из-за него. Ну ладно, дорогие люди, я сейчас вам, дамы и господа, есть?